находимся в коридоре, специально начали отсюда видео записывать для того, чтобы показать. Сейчас у нас будет вторая квартира, которую мы покажем. В этой, во второй квартире, есть еще больше плюсов. И еще это, а с каких плюсов я сейчас покажу. Пойдемте. Здесь квартира 60 квадратных метров. Смотри, осторожно. Порожек. Вот. Здесь 60 квадратных метров. Стоимость этой квартиры 8,5 миллионов. Здесь есть, сейчас давайте начнем сразу с больших плюсов. От этой гостиной я, конечно, вообще просто в восторге. Это особенно такие вещи любят питерцы, я уже заметил. Так, пошли самый главный плюс. Здесь есть эксплуатируемая крыша, которую можно поменять. Здесь, скажем так, вот этот оконный блок. И здесь кровля, которую можно использовать под балкон. Здесь около 15 квадратных метров. Здесь можно вообще замечательно придумать, как этим пользоваться. Так, спальня небольшая, шкаф. То есть, ну, скажем так, все, что для жизни нужно. Это, ну, здесь есть все. Пошли, здесь две спальни. Блин, какая гостиная шикарная просто. Вторая спальня. Здесь даже ламинат, видишь, без порожка. Это тоже немаловажный момент. Как бы, да, действительно, здесь вот, ну, заходи, живи себе, расставляй мебель. Здесь, может быть, если мебель не такая кошерная, как в той квартире, но зато здесь, смотрите, сколько места здесь прям, ну, можно праздники закатывать, свадьбу гулять. Так, а в той еще квартире был теплый пол, да? Да. В той, я забыл сказать, что там еще теплый пол был. Так, ну здесь, да, здесь тоже все просто. Душ-кабина, кстати, если нужно кому-то, кто-то хочет сделать что-то, какие-то маленькие изменения, то я прям уже сразу вижу, что вот здесь можно поставить, ну, большой санузел, прям хороший такой, добротный. Вот, можно совершенно спокойно здесь поставить душевое ограждение, и, я не знаю, тут можно втроем купаться. Так, ну, опять же, все, что вы здесь видите, все это остается, кроме там чашек, ложек, вот. Ну, по большому счету, в принципе, я думаю, все, что вы хотели, вы увидите. Вон щиток, там автоматы. То есть, давай посмотрим, правильно ли мы делаем. Вот, 16-й автоматы, 25-й, 32-й в одной. Это тоже очень важно. Смотрите, здесь своя котельная. То есть здесь не нужно будет. Да, и кстати, нам еще провели консультацию в прошлый раз, когда мы с заказчиком встречались. То есть выходило где-то зимой за отопление 2200-2300. То есть это, ну, по-моему, вообще вариант. У нас даже в старом фонде таков нет. Свет со всеми. Ага, то есть вы делите... Все, короче, я вместо плачу около 2,5 тысяч рублей. Вода, свет. А, это все вместе кому-то. Да. А, вот оно как. Это даже не просто отопление. То есть 2500, это, грубо говоря, все коммунальные услуги, свет. А, кстати, я здесь не увидел, здесь газ или что у вас? Электрическое. А, вон, все, вижу. А в доме газ есть, который у нас подписательный котельный. А, газ подходит на котельную. Да. Ну вот, друзья, вы... Вот все нюансы, которые будут, если, ну, вопросы, задавайте. Все есть, я живу. Заходи, живи. Еще раз повторюсь, эта квартира 8,5 миллионов, 60 квадратных метров. Если нужны будут какие-то дополнительные консультации. Плюс еще 15 квадратов.
Ну, еще, да, еще и 15 квадратов балкон. Сразу плюс. Во, вот человек знает, что говорит. Ладно, всего доброго. Ну, если нужно, пишите комментарии, вопросы задавайте, мы с радостью ответим. Пойдем еще посмотрим третью квартиру. Она чуть-чуть в другом месте.